Так, друзья, давайте посмотрим, что внутри у нас у этого мотора соленого японца. Вот он такой. 96-й год. Состояние для 96-го года, ну, оно просто идеальное. Вот он так был куплен куском железа. Но на корпусе, да, следы эксплуатации. Китайские иероглифы еще остались. И смотрим на колпак, как раньше выпускали и как выпускают сейчас. Полностью есть допуски по свечам, есть какая должна быть компрессия в горшках. Все, на все есть. Саудовская Африка и Европа. Саудовская, северная. Или южная. Ну и все. Всем пока. До новых встреч.